99-летняя пенсионерка победила COVID-19. Розу Алуеву выписали 30 июня из УКБ. Она поступила в больницу с переломом плеча. Ей требовалась помощь травматолога, но оказалось, лечить нужно не только плечо. Тест на COVID-19 оказался положительным. Она попала в красную зону. Роза Гайфуловна поступила со средним течением болезни 28 мая. Она провела в больнице больше месяца. За это время ей требовалась помощь травматолога, кардиолога и специалистов из красной зоны. Как вы себя чувствуете сейчас? Чувствую хорошо. Хорошо? Вы знаете, мне 99 лет. Второй раз в этой больнице. И это наша больница очень хорошая, очень уютная. Народ очень хороший. Все необходимые лекарства или что-нибудь, все есть у них. Роза Алуева с 1921 года рождения. Она ветеран Великой Отечественной войны, работала в тылу. Теперь за ее плечами еще одна победа над COVID-19. Олеся Котровская, телекомпания «Город».